Так можно ли заработать, участвуя в аирдропах? В своем прошлом видео я попросил вас участвовать в аирдропах, чтобы вы начинали собирать себе начальный депозит. Сегодня же в рамках проекта «Заработок с нуля» я хочу вам рассказать, возможно ли на них заработать, если можно, то сколько реально аирдроп могут принести денег. И уже зная результаты, я уверен, что по окончанию этого видео многие из вас, у кого уже есть начальный депозит, побегут участвовать в аирдропах, потому что результаты здесь реально крутые. Первым делом я создал таблицу, чтобы отслеживать, когда я зашел в аирдропы, когда они заканчиваются и, собственно говоря, что это за аирдроп. Вам я советую делать точно так же, потому что вам так будет намного легче. Ну и плюс я хочу узнать, где же лучше участвовать в аирдропах, или на сайте CoinMarketCap, ну или в телеграм-каналах. Мне этот вопрос задают довольно часто, и вот мой ответ. Во-первых, я советую вам делать микс, то есть участвовать и в телеграм-каналах, и на сайте CoinMarketCap. Я же делал точно так же, но абсолютно все аирдропы сайта CoinMarketCap мне принесли абсолютно ничего. Теперь же давайте переходить к моим выигрышам. Самый первый аирдроп, в котором я выиграл, был от компании Real Finance. Просто за участие в этом аирдропе ты получал 100 монеток RFI, ну и за каждого реферала по 10 монеток. Всего пригласил 2 реферала, и того у меня было аж 120 монет. Сейчас эти 120 монет стоят аж целых 47 центов. На самом деле, да, начало неплохое, но дальше выигрыш будет намного крупнее. В следующем аирдропе я мог заработать немножко больше, если бы я пригласил рефералов. Этот аирдроп был от компании Heko. Как видите, сколько мы можем здесь заработать, нам не писалось, потому что зависел весь ваш заработок от того, сколько рефералов вы пригласили. Здесь я рефералов почему-то вообще не приглашал. В этом аирдропе выиграли абсолютно все, кто просто выполнил условия. Но, как я уже говорил, ваш заработок полностью зависел от количества рефералов. Поэтому мне пришло 0.029 этой монетки. Вот эта монетка на сайте CoinMarketCap. Итого с этого аирдропа я заработал аж 20 центов. 20 центов это тоже результат. Теперь переходим к самому интересному. После этих цифр вам точно захочется участвовать в аирдропах. В этом аирдропе нам выдавали монетки Mask. Выдавали их очень-очень много, потому что этой монетки нигде не было. Ее не было ни на CoinMarketCap, ни на PancakeSwap. Она стоила абсолютный ноль. Поэтому и выдавали ее, соответственно, много. 300 миллионов монеток. Ну и по 100 миллионов монеток за каждого приглашенного реферала. В результате я собрал 700 миллионов монеток. Я их вывел на счет и забыл, потому что они стоят 0 и пусть там лежат. Но тут был небольшой подводный камень. Монетки можно выводить было только 1 января. Через пару недель случился листинг. И мои 700 миллионов монеток превратились в $470. Сейчас цена продолжает расти. И 700 миллионов монеток стоят уже $925. Теперь цифра немножко побольше. Была раздача такой монетки, называлась Just Token. За обычную регистрацию в программе ты получал 50 токенов JTT. Ну и если перейти на вкладку Airdrop, то там можно было забрать еще 500 токенов. Ну и, конечно же, реферальная программа. 50 токенов получал ты и твой реферал. Всего я пригласил 5 рефералов. Итого у меня собралось 800 монет. И сейчас они стоят $1200. Если вам интересно, то этот аирдроп еще проходит. Если кто-то хочет, то можете пробовать в нем поучаствовать. Эти токены пока никуда не вышли, поэтому они просто лежат. При подсчете результатов я их не буду считать, потому что непонятно, смогу их вывести или нет. Теперь же давайте к дропу, где я получил настоящий кэш, который я сразу же смог вывести. Была такая викторина от Binance. Да-да-да, вы мне можете сказать, Даня, это там не аирдроп. Ну какая разница, участвуйте абсолютно везде. Там викторины, любые ответы на вопросы, вообще все-все-все, что угодно, где вы можете заработать. В этой викторине было аж 40 вопросов. Ну и огромнейший плюс, конечно же, телеграм-канала, что там есть ответы на эти вопросы. 40 вопросов и ответ на каждый. Но вопросы именно в этой викторине были в разброс. Поэтому очень-очень много людей просто не участвовал, и же повылетало. И тут я решил, ну, почему бы не поучаствовать? Честно, я потратил минут 10-15 на то, чтобы полностью правильно все поотвечать. Потом я через 3 недельки захожу на свой аккаунт на Binance. Вы только вдумайтесь, 200 баксов за 10-15 минут. Ну где вы еще такое найдете? И вот в одном таком дропе вы побеждаете, и, пожалуйста, у вас уже есть начальный депозит. Теперь давайте подведем итоги. Сколько всего у меня получилось заработать? Монетки Real Finance, Huobi токен и Mask токен в сумме принесли мне $928. Плюс викторина от Binance. Итого это у нас $1128. Напоминаю, что Just токен мы учитывать пока не будем.
А если его учитывать, то это 2328 долларов. Я думаю, это видео дало вам ответы на абсолютно все вопросы, стоит участвовать в этих аирдропах или же не стоит. Если у вас есть какая-то идея, как получше назвать этот проект, то пишите об этом в комментариях. Напоминаю, что ссылка на мой инстаграм будет внизу в описании. Вот тут выскакивает видео о том, как участвовать в аирдропах. Если вы не знаете, то смотрите и продолжайте участвовать. Я думаю, тут были в этом видео реально крутые аргументы, почему стоит в этих аирдропах участвовать. Спасибо каждому за просмотр. Если вам понравилось это видео, то оставляйте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующем видео.